Для нас, покупателей, окончание лета означает одно. Мы должны готовиться к очередному повышению цен на жилье. Впрочем, эксперты такую всегда работавшую формулу в этом году поддерживать не торопятся. Вот что думает о ситуации на рынке недвижимости наш постоянный эксперт Мария Усенко. Самое интересное сейчас ситуация на рынке недвижимости Челябинска – это ситуация с новостройками. После небольшого спада цен в летний период они снова начали дорожать. В среднем это повышение будет в пределах 500 рублей каждый месяц. Если мы в начале года прогнозировали среднегодовой прирост стоимости квадратного метра на первичном рынке до 40%, то сейчас он опустился до 15,68%. Такой прирост стоимости всего в два раза больше уровня инфляции. В прошлом году, как мы помним, цена на квадратный метр на первичном рынке выросла на 40%. По отношению к началу года стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 10%. И сейчас она составила 37 567 рублей. Еще хочется успокоить наших челябинцев. Несмотря на то, что квадратный метр растет, этот рост не будет таким глобальным, как в прошлом году, например. И, наверное, не стоит слушать тех экспертов, которые прогнозируют 50, 60, 70% рост, потому что этого, скорее всего, уже не случится.